Я приветствую вас, моделисты, любители масштабных моделей и тех, кто любит собирать сборные масштабных моделей от разных производителей и разных масштабах. Ну, неважно. Сегодня мы с вами будем смотреть вот такой замечательный подарочный набор, в котором имеются кисточка, краски, клей, ну и, конечно же, сама модель. Вот, сегодня мы будем смотреть советский легкий танк Т-26 образца 33-го года. Купил я два набора. Первый я вам уже показал, это бронетранспортер. Все-таки не знаю, как-то у меня возникло желание продолжить данную серию. То есть какие-то модели мы будем с вами собирать по мере возможностей. Опять же, по времени. Ну, давайте перейдем к самому набору и тщательно его посмотрим. Вот тот самый наборчик, подарочный набор. Давайте посмотрим, что у нас изображено на коробке. Здесь у нас две коробки. То есть коробка с самой моделью и коробка с разными аксессуарами. То есть это клей, краска и кисточка. Откроем мы ее тоже, посмотрим, как бы вот, что там у нас находится. На задней стороне коробки у нас изображен моделист, который красит бомбардировщик стратегический. У него, видимо, тоже, наверное, подарочный набор, раз у него тут вот кисточки, краска и инструмент для сборки. У нас тут написано, что набор идеально подходит для подарка, развивает интеллектуальные и инструментальные способности, воображение и конструктивное мышление. О как! Прививает практические навыки работы со схемами и чертежами, одобрено Министерством образования России. Соответствует требованиям безопасности. Ну, как я уже говорил, в комплект входят краски и клей вместе с кисточкой. Вот этот набор. Давайте мы его будем вместе с вами открывать. Приготовил канцелярский нож. Не знаю, прям вот все упаковано. Кстати, подарочные наборы, они практически все вот так вот упаковываются. Не в этом суть. Вот у нас, ух ты, как отделилось все. Ну, давайте сначала посмотрим саму коробку с моделью. Открываем коробку. Надеюсь, не так проблематично будет ее открыть, как нет. Все замечательно. Опять же, мы видим, что у нас в коробке какие-то вкладыши. Это инструкция по окраске. То есть у нас изображены номера. Это, видимо, номер в литнике детали. Как она красится. А, нет, это у нас номер краски. Я ошибся, извиняюсь. Вот. Не прочитал. Ну, это, в принципе, ерунда. В общем, такой вкладыш в набор есть. Есть у нас инструкция по сборке данной модели. Тоже мы ее будем с вами собирать. Но здесь, конечно же, деталей поменьше, чем вот в Ханамаге. Гусеницы, видимо, здесь уже, наверное, в литниках уже как бы гусеничная лента отрывками уже, наверное, есть. Хотя, да, есть, кстати, вот нарисована схема литника. Несложная схема, я вам скажу. Опять же, вот есть окраска, схема по окраске. Зачем второй вкладыш? Может быть, это какой-то другой цвет. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Здесь все по-другому. Здесь, видите, в подарочном наборе каждый литник упакован в полиэтиленовый пакет. Ну, это же подарочный набор. Что у нас здесь? А, ну здесь у нас элемент башни.
стрелковое оружие. Вот, ну, не знаю, есть ли смысл распаковывать эти литники из пакета. Ну, хотя давайте я распакую, а то как-то делал обзор и не показал, что там находится. Давайте начнем с маленького. Здесь элементы подвески, как вы видите, ходовой части танка. То же самое, но это, видимо, другая сторона ходовой подвески. Как я и говорил, гусеничные ленты. Уже полуготовы, не нужно их склеивать по каждому траку, иначе это займет, наверное, десятилетие. Это, видимо, вторая гусеница. Ну и самый большой литничек у нас с элементами корпуса нашего танка Т-26. В общем, здесь уже видите в защитном цвете, чтобы, наверное, опять кто-то любит красить, кто-то не любит, как бы уже вот в готовом вам оригинальном цвете. Пожалуйста, если не любите красить, уже литники для вас заготовлены, ну, отлиты в нужном цвете. Ну и, конечно, вот есть декаль. Такая декаль на данный танк. Будем все это лепить, клеить. Аккуратненько сложим обратно и посмотрим с вами набор. Странно, почему не лазит? Вроде все нормально, но почему-то не вылазит. Могло измениться, непонятно. Давайте тогда будем смотреть, что за краски у нас там в этом наборе, в этой коробке. Что-то как-то непонятно, как оно все это открывается. А вот сбоку открывается коробка. Ого-го. Такой вот контейнер здесь. В наборе одна кисть. Вот такая кисточка в наборе. Клей фирменный от Звезды. Также краска. Это у нас краска номер 20. Цвет черный. Наверное, будем красить ей элементы гусеницы, гусеничную ленту. Защитный, под номером 55. Вороненая сталь под номером 08. Акрил в маленьких пузырьках пластиковых. Песочный акрил номер 11. Краска. Вот такой контейнер. Мне кажется, на мой взгляд, удобно, интересно. Ну, посмотрим, что из этого получится. Как мы все это будем с вами делать. Процесс весь снимем, конечно же. Посмотрим конечный результат. Ребят, кто смотрел этот обзор, кому было интересно, ставим лайки. Кому не интересно, не ставим лайки. Или ставим дизлайки. Не знаю, как хотите. Конечно же, мне бы хотелось, чтобы вам понравилось. На обзоре у нас был набор советский легкий танк Т-26 образца 1933 года. Производитель Звезда.
всем, кто смотрел, огромное спасибо. И всем пока. До сборки!